О, всем привет, и сегодня мы проходим, перепроходим главу, точнее. Я случайно удалил. Всем привет. Я отлично справился, но главное испытание еще впереди. А я все думал, когда же ты появишься? Я должен следить, чтобы ты выполнял свою работу, а не делать ее за тебя. Я доберусь до солнечного источника и без тебя, повелитель. Как знаешь. Но будь осторожен. Источник — это бассейн, наполненный мистической энергией. Эльфы черпают из него свою силу. Они будут защищать его до последнего. Думаешь, он знает, что ты мне помогаешь? Я полагаю, он что-то подозревает. Он привык не доверять никому. И ждать худшего. А теперь соберись. Ребят, кто любит вафли, ставьте палец вверх. Ну да. Так, ладно, короче. Делаем, что делали тогда. Прокачиваем тут все. Нужна древесина. Блин, древесина нужна, ну сейчас. Прокачаем. Древесина, древесина. Сейчас. Ну будет. Что еще? Будьте древесина так. Вы забыли о нас, негодяи. Опа. Аутейломе. А ты что тут делаешь? Она упорна. Она напоминает мне тебя, рыцарь. Заткнись, проклятый призрак. Никто не смеет мне приказывать. Хорош мне его паука бить. Говори, глупец. Во славу плети. Исследование завершено. Сразу шестой уровень дали с пятого, круто. Исследование завершено. Вот мне уже более нравится. Ага. Склоняюсь перед вашей волей. Так, лорд Артес. Похоже, эльфийка собирается вызывать подкрепление. Этого нельзя допустить. Ищите ее гонцов. Ни один из них не должен добраться до города. Мертвые служат тебе. Да, у нас два задания. Источник жизни и Селивана. Вот. Она нам будет, кстати, мешать. Спящий пробудился. Так, и гонцы. Гонцы, да, вот. Чего желает мой повелитель? Исполню с радостью. Да, свершится предначертанное. Исследование завершено. Люди не порадовали. Исполню с радостью. Сильвана отправила гонца в Сильвергард. Эльфы надеются получить подкрепление. Да, надеются. Сейчас его убьют по-любому. Гаргульи, которых мы привезли из Нортринда, помогут нам обнаружить гонцов. Угу. Новый гонец. Ну, ясно. Я пока блок моего чувака читаю. А мне тем временем обработано 16% видос. Потому что третий загруженный на сегодня. Серия, точнее. Полегче! Живые вот наступают. Так-то лучше! Во славу плети! Постройка завершена! Осморн шахте крови! Блин, раньше атаковали сверху, теперь снизу атакуют. Ну что еще? Это что такого? Логический ход. Логический ход, что ли, ё-моё? Вот так-то лучше!
Постройте не знаю, сейчас я не вижу, что сверху, потом снизу. Склоняюсь перед вашей волей. Ясно. Говори, глупец. Но эта фигня не сработала. Исследование завершено. Они все равно сдохли. Так. Никто не смеет мне приказывать. Ладно, пора не медлить, надо нам нанимать героев этих. Героев. Героев, хотел сказать, некромантов. Кстати, можно захватить души этих рабочих и можно нанять героя. Возможно. Я жажду служить. Там безлимитно можно, кстати, героев нанимать. Вот такой вот баг. Это не баг, точнее, можно завладеть просто душами этих придурков и нанять этих героев. Безлимитные герои. Да, жесть. Это жесть. Этот безлимитный герой, это уже читер какой-то. Одно слово безлимитный. Что-то мне это больше напоминает безлимитный азот в МФС. Исследование завершено. Ну я не знаю, это я просто так наткнулся на такой баг. А, точнее, читерский баг. Это серьезно. Да, это точнее баг, а не это... Баг или баг? Баг. Г. А, понятно, вот читерский баг. Ну да, читерский баг. Тьма зовет меня. Когда у нас появятся банши, можно, кстати, захватить эти души. Во имя короля этих мертвых. Придурков. И все. Устана почему-то он не может строить казарму. Вот это баг, точно. Он казарму не может строить почему-то. Вот это баг. А алтарь он может строить почему-то. Это вот тьма зовет меня. Не знаю почему такой баг. Интересно. С чем этот связан баг? Не знаю, честно. Честно, не знаю. Вроде нажимаешь казарму, а она не строится. Жесть. Вот такая вот такой баг в расе эльфов. Недоработка, если это разработская карта, значит недоработка. Ну боты почему-то их могут строить. Да. Жесть. А кто разраб Warcraft? Я что-то так и не понял. Blizzard Entertainment. А что такое? А, понятно. Близзарды, а что? Да не, прикинь, я поначалу думал, что его и Арасты сделали. Близзарды, почему? Ты что, гонишь, что ли? Да я просто не знал, кто и думал. Конца в Сильвергард. Близзарды делали. Следование завершено. Ярасты. Ярасты вообще гонки только делают. Да, Данила, НБА, НХЛ, ФИФА. Ну да, даже вот это Sims. Делают. Это гонки разве? Не знаю почему. Что-то они не стали гонки больше делать. Забросили эту фигню. Жалко, что забросили. Теперь, блин, на другие делают гонки, блин, компании. Ну да. Гоусты ни хрена не сделали, в принципе. Угу. Создали НФС, который никому не нужен вообще. Ну, знаешь, самый нормальный, по-моему, последний НФС это Зеран, блокбоксовский. Остальное уже не знаю, так себе, честно говоря. Револсов отстой. Создали НФС, который пройти только на один раз и все, и больше не ходит. Ну да. Его проходить. А для того, чтобы в онлайне, говорят, там, блин, надо купить его за сколько-то тысяч. Да ну бред. Полный бред. Постройка завершена. Да, это НФС так покататься на один раз, новый НФС. Ну, проходняк снять и забыть нафиг. Да, да, удалить с компа его нафиг. Да, у меня не комп, у меня на плойке будет. Ну и установщик будет валяться на втором съемном чистере, когда все отдыхает. А у меня удалять я придется. Потому что у меня память-то не вечная. Ну, не вечная. Если надо, куплю еще один. У меня вот один подключен, второй с установщиками лежит, если надо будет, куплю третий.
Может, да, видосы все с канала скачаю, нафиг. Память-то у меня не вечная, вот почему. Я удаляю. Исследование завершено. Да, может, даже куплю еще один винчестер, я с канала видосы все скачаю туда. Вот Warcraft, он у меня на втором диске, у меня он... Наконец-то! Ничего нет, вот память... Вот так-то лучше! Не жрет так. Фростморн жаждет крови. Наконец-то! Завершено. Игра 2003 года, так же, как и Underground. А. Ну что еще? Фростморн жаждет крови. Мертвые служат тебе. Говори, глупец. Во славу плети. За короля мертвых. Мертвые ждут. Кстати, я еще находил демку Варкрафта. Вау, отсними, если хочешь. Никто не смеет мне приказывать. А существует демка Warcraft? Наконец-то! Ну, если хочешь, найди и запиши. Так-то лучше. С демки я Underground записывал. Исследование завершено. Фростморн. По-моему, я только крови. Харбон записывал демку и все. А. Вообще демки тоже интересный контент. Обзор демок. Почему бы и нет? Там тоже так же, наверное, все, как и в игре самой, блин. Только перевода нет. Полегче. Да, ничего страшного, перевода нет. Кто разбирается в полной версии игры, тот поймет суть перевода, знаешь. Я помню, я в Underground 1 играл, он был на русском языке. Потом я скачал версию на английском. Я даже банально не читал, что там по-английски написано. Я банально знаю просто, где и что. И все. Я не читаю даже текст. Я там знаю, где что и как находится. Lord Artis. Так вот. Сильвана отправила гонца в Сильвергард. Блин, а где этот гонец? Сейчас я знаю, куда он пойдет. Он сюда пойдет. Сейчас Гаргули его встретит. А? Иди сюда, сейчас мы тебя загасим. Вот и все, гонца нет. Кстати... А обратный отсчет идет, когда типа будет новый гонец. Ага. Блин, надо наступать. Короче. Сейчас найму войска и буду помаленьку наступать на лагерь. Угу. Сейчас тут апгрейды сделаю. Грейди, так. Да и, наверное, потом еще главу, которую не записал, запишу. Там следующая глава уже. По идее будет следующая. Нужно построить зиккурат. Зиккурат. Не прольется моя кровь. Ваша воля исполнится. Так. Говори, что? Глупец. Во славу плети. С такой-то армией, ну пойдет такой. Ну что еще? Некроманты тут. Скелетов вызывать. Во имя короля мертвых. Да хранит меня тьма. Так. Вот во имя короля мертвых. Лагерь находится. Интересно. С ним разберемся. Да хранит меня тьма. Исследование завершено. Интересно. Так, это поселение? Не, поселение мы трогать не будем. Да хранит меня тьма. Умри. Постройка завершена. Интересно. Такова воля мертвые служат тебе. Интересно. Нет. Полегче. Чтоб он выжил. Во славу плети. Ну что еще? Такова воля тени. Давай, скелетов. Вот.
Мертвые служат тебе. Какова воля тени? Рисы скелетов. Мертвые ждут. Жду приказаний. Некроманты для того, чтобы много скелетов нарезать. Мертвые служат тебе. Чтобы полное месиво было. Полегче. Мертвые ждут. Нарезать скелетов. Сильвана отправила еще одного гонца. Его нужно остановить во что бы то ни стало. Мы вообще-то ее убиваем. Никто не смеет мне приказать. Я заставлю тебя. Никто же. Оп, и нет гонца. Мертвые служат тебе. Тут большая армия-то и не нужна, мы тут легко справимся. Жду приказаний. Ваш ход. Мертвые служат тебе. Ну что еще? Фростморн! Да? Че? Ну вот, меня убьют. Чем могу помочь? Говори, глупец. Сейчас мы замок уничтожим, и нормально. Жду приказаний. Такова воля тени. Ну что еще? Фростморн жаждет крови. Сейчас еще что-нибудь. А, вот еще треповозка. Да еду. Так, мурдалаки, давайте поможем там нам там. Чего? Уничтожить лагерь. А, у меня же горбули тут. Горбули есть. Читаю. Жжу, чтобы мой чувака был просто фанат кое-чего. Говори, глупец. Ты узнаешь, что такое боль. Наконец-то! Сильвана отправила еще одного гонца. Его нужно остановить во что бы то ни стало. Во славу плети! Наконец-то! Поздно вы что-то отправили гонца. Мы ваш уже лагерь разгромили уже. Полегче! Фростморн! Куйницу уничтожил. Я заставлю тебя страдать. Опа! Ну вот и все. Я преклоняюсь перед твоей отвагой, эльфийка. Но игра окончена. Значит, я буду драться с тобой, палач. Один на один. Да. Ауре энделува. Опа. Покончим с этим. Я заслужила быструю смерть. И не надейся. Твоя смерть не будет быстрой. Ты не посмеешь. Блин, чувак в жестке такие статьи пишет. Блин. Чем-то похож на меня, только немножко ну другой тематики. Какова воля тени? Говори, глупец. Вот так-то лучше. Жду приказаний.
все, можно идти в атаку. Мертвые ждут. Города. Ну что еще? Фростморн жаждет крови. Мертвые служат тебе. Полегче. Наконец-то. Во славу плети. Так, мы вас тут убивать не будем. Наконец-то. Мы не за вами пришли. Вот так-то лучше. Во славу плети. Там за городом пришли, блин. Фростморн жаждет крови. Так. Во славу плети. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Во славу плети. Ты узнаешь, что такое боль. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Чего? Жду приказаний. Ну что еще? Наконец-то! Во славу плети! Наконец-то! Мертвые ждут. Да работаю 16%, так походу не все, что и занесло нахер. Во славу. Я хотел, я видос огромный, пускай обрабатывается. Конечно, ты что хотел? Во славу плети! Главное, чтобы YouTube не начал выкобеливаться опять в этом плане. Это он умеет, блин. Помните, я видос скидывал, что ты мне из него формата в другой перекачал. Помню. А. Вот так-то лучше. А уже будет точно так же, как тогда, когда у меня тот видос в AVI YouTube не захотел принимать, главное, чтобы сейчас такого не было. Ибо я еще AVI видосы заливаю, там же у меня есть уже MP4 видосы в серии. Но я еще там до этого AVI снимал, вот и грузится долго, капец. Жду приказаний. Такова воля тени. Живые наступают. Ну что еще? На нас напали. Легче. Вот так-то лучше. Наконец-то. Во славу плети. Нужно построить зиккура. Я жажду служить. Нельзя заходить здесь. Да, повелитель. Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Во славу плети. Да, круто. Атаковать, когда мы атакуем. Говори, ваш глупец. Город. Угу. Фростморн жаждет крови. Тактика ботов меня удивляет, блин. Чего? Угу. Может, тогда лучше атаковать нас, чем нашу базу? Не знаю. Не, походу лучше нас атаковать, напали. Чем нашу базу. Полегче. Постройка завершена. Вот так-то лучше. Блин, замедлили. Во славу плети. Да хорош. Наконец-то. Беги, Артес, беги, давай. Вот так-то лучше. Замедление действует. Фростморн жаждет крови. Так. Да, еду. Бурдаваки, идите сюда. Говори, глупец. Вот так-то лучше. Надо докрушить. Я заставлю тебя страдать. Полегче. Во славу плети. Никто не смеет мне приказывать. Наконец-то! На нас напали.
воля тени. Никто не уйдет живым. На нас напали. Жду приказаний. Говори, глупец. Вот так-то лучше. Полегче. Наконец-то. Никто не смеет мне приказывать. Вот так-то лучше. Дай еду. Мертвые служат тебе. Во имя короля мертвых. Трепещите, враги леди. Говори, глупец. Твоя душа принадлежит мне. Главное не весь город уничтожить, а добраться до колодца. Солнечного колодца вечности. Это единственный источник этих эльфов и всех. Ну что а еще? Напали. И не надейся на жизнь этих эльфов. Надо одного похилять. Полегче! Фростморн жаждет крови! Похилил. Никто не смеет мне приказывать. Полегче! Вот так-то лучше! Тени. Говори, глупец. Мертвые служат. Интересно. Да хранит меня тьма. Такова воля тени. Интересно. Так. Во имя короля мертвых. Правда, одно странно. Почему во Фразантроне Селивана в другом обличии, а в Рейх оф Чаус она как призрак? Без понятия. Вот это вот я всегда не понимал. Полегче! Наконец-то! Когда проходил Фрозентрон. Вот так-то лучше! А Фрозентрон это аддон этого Рейх оф Чаус. Во славу плети! Фростморн жаждет крови! Аддон получается. Во славу плети! Дополнение. Никто не смеет мне приказывать. Так, наконец-то! Опа! Тут башни стоят. Големы гранитные. Ну что еще? Во славу плети! Блин, выманить одного надо! Вот так-то лучше! Выманить одного надо! Наконец-то! Быстро он как-то всех вырубает. Ну что еще? Фростморн жаждет крови. Во славу плети. Наконец-то.
Так. Одну горгулью надо поселять. Говори, глупец. Никто не смеет мне приказывать. Кто? Наступает. Я же всех поубивал. Чего? Чего желает мой повелитель? Исполню с радостью. Говори, глупец. Но, по-моему, больше там никому не придется наступать. Живые наступают. Скоро ваш источник будет уничтожен. Что еще? Вот так-то лучше. Вас так, голем, иди сюда. Вот так-то лучше. А вот этого голема нелегко выманить. Вас лаву плети. Фростморн жаждет крови. Живые вот так-то наступают. Лучше. Постройка завершена. Фростморн жаждет крови. Живые наступают. Никто не смеет мне приказывать. Я заставлю. Давай, гаси голема. Ух, уничтожили. Живые наступают. Наступайте, наступайте. Последний голем остался. Говори, глупец. Выманим его тоже. Вот так-то лучше. Ну что еще? Фростморн! Живые наступают. Говори, глупец. Твоя душа принадлежит мне. Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Наконец-то! Живые наступают. Никто не смеет мне приказывать. Во славу плети! Жители Сильвергарда! Я предложил вам сдаться! Вы отказались! Так знайте, что сегодня ваш род исчезнет с лица земли! Сама смерть явила свобитель эльфов. Восстань, Кел-Тузет. Ты нужен королю мертвых. Я перерожден, как мне и было обещано. Король даровал мне вечную жизнь. Я выполнил свою часть сделки. Ты готов рассказать мне о повелителях ужаса? Конечно, но не здесь. У них повсюду есть глаза и уши. Нам нужно найти безопасное место. Ну и все, наверное, с вами был Бенчик. Всем хорошего настроения, всем пока-пока.